Всем привет! Это программа «Лучшее в Краснодаре». Меня зовут Евгений Бондарь. Если вы вообще хоть раз в жизни что-нибудь покупали и собираетесь покупать еще, то наша программа уже может быть вам полезна. Видите? Наша программа полезна всем. Мы начинаем. Поехали! Людмила по профессии парикмахер, но всю жизнь шьет для себя. Сейчас она получает скилл-паспорт по компетенции технологии моды. Это мировые профессиональные стандарты WorldSkills, по которым обучает Краснодарский политехнический техникум. Именно он является площадкой для проведения региональных чемпионатов для будущих дизайнеров. Здесь классное оборудование, опытные педагоги практики, поэтому тут легко обучаются и 16-летние, и 50-летние. Платье за месяц шили под руководством преподавателя. Она контролирует, сразу направляет в правильное русло, как что, и, в общем-то, получается очень быстро. Так, техникум реализует нацпроект «Старшее поколение». Обучение действительно бесплатное за счет федерального бюджета. Политехник – это много разных профессий для успешного будущего. Швея, повар, кондитер, пекарь, официант, парикмахер, портной, автослесарь – это атмосфера творчества и самореализации. Визаж, карвинг, бариста, бухгалтерия, компьютерная диагностика автомобилей. Здесь можно найти единомышленников и превратить хобби в профессию. Мечтаете шить? Вас ждут в Краснодарском политехническом техникуме. Есть филиал в поселке Ильский. Звоните. +7 861 279 63 92. Идет набор на курсы разных направлений. Если вы только что к нам присоединились, наверняка у некоторых из вас возник вопрос. Что это я такое смотрю? А смотрите вы программу «Лучшее в Краснодаре». Программу о лучших товарах и услугах нашего города. Мы продолжаем. Блюда, приготовленные на огне, всегда привлекали своим насыщенным вкусом и потрясающим ароматом. А если повар – настоящий профессионал, то вы получите изысканную кухню с фирменными рецептами и оригинальной подачей. Да, друзья, теперь стритфуд в Краснодаре может легко конкурировать с ресторанами высокого уровня. При приготовлении каждого блюда используются только самые качественные ингредиенты, поэтому вас непременно порадует любое заказанное вами блюдо. Шашлык, люля-кебаб, сочные крылышки, приготовленные на мангале, подойдут как для обеда, так и для ужина. Если же вы спешите и времени для посиделок совсем нет, то рекомендую захватить с собой гирос или, например, шаурму. В таком месте эти блюда готовятся по особому рецепту, а добавление фирменного соуса дополнительно подчеркивает их индивидуальность. Кстати, вы легко можете оформить доставку любого блюда, в каком бы районе Краснодара вы бы ни проживали. И вас совершенно точно порадует и качество, и скорость доставки, и, конечно, цена. Вкус и хруст – это ваши любимые блюда, приготовленные на мангале. Шашлык из свинины, баранины или курицы, люля-кебаб, куриные крылышки – все это вы легко можете заказать по телефону 945-0002 или 945-0003. Вкус и хруст. Вы – босс. Важный такой босс. Босс, которого все немного побаиваются и очень сильно уважают. Но вы несчастны. Несчастны, потому что у вас в кабинете нет красивой, надежной, а главное – функциональной мебели. И вы сидите в своем кабинете и плачете. Зачем вам это нужно? Купите себе новую крутую мебель и станьте счастливым боссом. Если вы руководитель серьезной компании, ваш кабинет просто обязан отражать ваш статус. Принадлежность к премиум-классу должна быть заметна во всем. Например, директорское кресло, разработанное в стилистике романа, уникальное по своей конструкции и созданное из благородных материалов, вам наверняка подойдет. Когда речь идет о вещах такого уровня, то даже сам выбор кабинета доставит вам ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие. Так, кабинет, выполненный в классическом стиле, умело подчеркнет вашу респектабельность, чувство вкуса и внимание к деталям. Комфортабельные кресла и диваны из натуральной кожи особой выделки, столы для переговоров, выполненные из редких и ценных пород дерева, изысканные предметы интерьера из дорогостоящих натуральных материалов. Все это создаст комфортную рабочую атмосферу и все условия для ведения успешного бизнеса.
Компания AP Office предлагает широкий спектр услуг по разработке и оформлению офиса премиум-класса. Директорские кабинеты, комфортабельные кресла и диваны из натуральной кожи особой выделки, мебель для конференц-залов, приемных и переговорных. AP Office. Телефон 202-04-42. Как часто нужно покупать игрушки детям? Некоторые считают, что достаточно раз в месяц. Кто-то только по праздникам. Я же считаю, что хотя бы раз в неделю что-то да и нужно купить. Но купить то, что будет полезно для вашего ребенка. Где взять такие игрушки? Смотрим. Какими должны быть детские игрушки? Во-первых, разными. И их непременно должно быть много. Перед вами один из магазинов, где выбор детских игрушек огромен, а качество безупречно. Все игрушки экологичные, безопасные, а также невероятно прочные. Сегодня вы найдете в таком магазине более 140 типов игрушек, и их ассортимент постоянно растет. Особой популярностью пользуются детские тракторы, велосипеды, самокаты и, конечно, автомобили. Управлять ими легко и весело. Ваш ребенок точно будет в восторге от такой покупки. Не менее популярная категория товаров – игровые домики. Их легко можно разместить во дворе, на детской площадке или даже в детской комнате. У каждого домика свой дизайн, прочная конструкция, не ограничивающая количество детей и отличный потенциал для игр. Такой домик – мечта любого ребенка. Стоит добавить, что в магазине вы найдете массу всего интересного. Товары при этом соответствуют всем международным стандартам качества. Поэтому каждая игрушка не вызовет аллергию, не сломается и не расстроит этим вас и вашего ребенка. Кстати, если вы предприниматель, то в таком магазине игрушки можно купить оптом или на специальных условиях, если вы представляете детский сад или дошкольное учреждение. Покупайте только качественные и надежные игрушки и дарите вашим детям радость. Детские товары оптом и в розницу в магазине «Пилсан». Широкий ассортимент и высочайшее качество. «Пилсан». Настало время играть. Телефон 8 800 500 3101. Если вы отказались от вредной еды, то вы наверняка сейчас голодаете. Голодаете, потому что не знаете, что же полезного такого можно съесть. И что полезное, точно полезно, а не вредно. Как вообще научиться в этом во всем разбираться? Очень просто. Смотреть рубрику в нашей программе. Вот прямо сейчас и начните. Друзья, привет! Сегодня люди едят много калорий и много сахара. Это мы прекрасно знаем. Но большинство из нас не задумывается, что до 50% всех сахаров мы получаем с напитками. Давайте рассмотрим типичный пример напитков в течение дня. Замечу, это напитки только в компанию с едой. За завтраком вы выпиваете капучино. На обед берете полезный фруктовый смузи. Затем перекусываете легким питьевым йогуртом. Ну а на ужин небольшой бокал сухого красного вина. И тем самым только с напитками за день вы получите 650 калорий. Это очень много. Для сравнения, сколько бы мы съели настоящей полезной еды на эти же 650 калорий? Мы приготовим с вами необычный, но вкусный салат. Для его приготовления нам потребуется микс салатных листьев. Далее к ним я добавлю 250 граммов запеченного куриного филе. Я замариновала его в специях и соевом соусе. Запекаем при 180 градусах в течение 20-25 минут. Выкладываю куриное филе к салатным листьям. Далее нам потребуется моцарелла. Здесь 60 граммов. Я использую мини, потому что это будет очень красиво смотреться в салате. Выкладываем в тарелку. А самым пикантным ингредиентом в нашем салате будет красный виноград.
И да, виноград можно при снижении веса. Мы все помним, что нет продуктов для похудения и для набора веса. Любая еда – это калории. Чем будем заправлять? Я предлагаю вам достаточно пикантную, но при этом легкую заправку. Здесь 15 мл оливкового масла. Я добавлю немного меда и горчицы. Все это хорошенько перемешаем и заправим наш салат. Я не солю, так как запекала курицу в соевом соусе. Добавим немножко черного перца. И наш салат готов. Посмотрите, какая колоссальная разница в количестве и качестве еды. Самый простой способ сократить калорийность вашего рациона – это отказаться от питьевых калорий, которые абсолютно не насыщают, и заменить все напитки чистой питьевой водой. Надеюсь, мои советы вам будут полезны. Питайтесь правильно. До новых встреч! Если у вас есть офис, магазин, склад, база, да в общем что угодно, где есть имущество, это нужно охранять. Чтобы это охранять, вам необходимо обратиться в серьезное, качественное и надежное охранное предприятие. А где его найти, спросите вы? Спрашиваете уже? Отвечаю. Выбрать охранное предприятие для обеспечения безопасности своего офиса, компании, бизнес-центра и других объектов совсем непросто. Ведь это не только гарантия спокойствия сотрудников вашего предприятия, но и сохранение имущества, а значит отчасти и судьба всего вашего бизнеса. Итак, какой же должна быть компания, которой можно доверить так много? Современную и надежную компанию всегда отличает ответственный и комплексный подход к обеспечению безопасности. Во-первых, это техническое оснащение объектов, от датчиков пожарно-охранной сигнализации до современных интегрированных систем безопасности с новейшими средствами обнаружения. Во-вторых, это защита информации. В штате компании дипломированный специалист-полиграфолог, который занимается как проверкой сотрудников предприятия при трудоустройстве, так и расследованием возможных спорных ситуаций на стороне заказчика. Ну и, наконец, в-третьих, это сами сотрудники. При приеме на работу наших сотрудников мы обращаем особое внимание на соответствующий уровень их подготовки, наличие разрешающих документов, а также отдаем предпочтение людям, прошедшим срочную службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации, офицерам запаса. Профессионализм сотрудников, комплексный и современный подход к решению вопросов безопасности и безупречная репутация на рынке охранных услуг уже более 15 лет. Это качество компании, которой можно доверить обеспечение безопасности любого объекта. Ассоциация предприятий безопасности «Кедр». 15 лет безупречной службы. Где найти по-настоящему рабочую рекламу для вашего бизнеса? Такую рекламу, за которую и вам будет не стыдно, и вы совершенно точно получите новых покупателей. Много новых покупателей. Где ее найти? Да у нас в программе. Посмотрите. Хотите, чтобы ваша реклама была максимально эффективной? Хотите, чтобы ее гарантированно заметили ваши будущие клиенты? Такая реклама действительно существует, и это реклама в лифтах. Реклама в лифтах всегда заметна. Когда человек едет в лифте, он не делает ничего. Вот буквально ничего, только едет. Ведь даже мобильная связь в лифтах зачастую не работает, и у человека нет никаких занятий, кроме как смотреть по сторонам. Подумайте только, общее количество квартир, жильцы которых пользуются лифтами с вашей рекламой, давно перевалило за 70 тысяч. И если каждый жилец хотя бы один раз в день выйдет из дома, то вашу рекламу гарантированно увидят 140 тысяч раз.
Смотрите, если вы разместили вашу рекламу только сегодня утром, то сейчас вечером ее минимум дважды увидел каждый житель этого дома. Это реальный результат, который принесет по-настоящему большую пользу вашему бизнесу. И еще немного цифр, без которых не обойтись. Вашей рекламой будут охвачены практически все районы города. Представьте себе, более 1300 рекламных щитов с информацией о вашей компании. Просто посмотрите на карту и почувствуйте масштаб. Действуйте, друзья, размещайте рекламу в лифтах, и о вас непременно узнают. Разместите вашу рекламу в лифтах, и о вас непременно узнает весь город. Реклама в лифтах. Эффективно, результативно, недорого. Рекламное агентство «Калибри РА». Телефон 242 42 91. Друзья мои, на сегодня это все. Еще больше полезной информации уже в следующем выпуске, совсем-совсем скоро. Всем удачи, пока!